уважаемые друзья и подписчики. С вами Леонардо Тепляков и мой друг Раф. Здравствуйте. Сегодня мы играем Roller Quest. Вторую серию уже идет. Мы сегодня будем прикачиваться. Вот мой друг... Нейну. Ты еще когда ты успел 29-й? Я помню, что ты был 26-й. Как ты успел? Ладно, ну что, начнем? Все, пошли. Куда? Идем на спиточку. Давай, веди, пойдем прикачиваться. Так, сейчас. Так, я сюда. Я карту открыл просто и пошел. Кстати, уважаемые друзья, тогда у меня то самое Раф, когда вам рассказывал, что 35-го Эво можно только создавать свою собственную гильдию. Ведь это правда, да, правильно? Да, это того, да. Вот, я в это как раз и хотел вам сказать, что скоро и правда я создам свою гильдию. Но только тогда буду в высоком уровне. Но пока что я пока не собираюсь уходить из этого гильдии, поэтому... После его нет смысла просто так выходить, да, пока ты еще не прикачался. Правда? Вот, мы сейчас будем прикачиваться, уничтожать всех подряд, даже в высоком уровне. Я буду собирать предметы, и золото собирать. Деньги мои. Моя прелесть, моя прелесть. Как из этого Властелин колец. Сейчас я покажу критический удар новичку. Стрела хаоса, высокий урон. Оденем руну хаоса, а потом бьем вниз. Вамс. Да, уже готов. Не стесняйтесь, подписывайтесь, пишите комментарии, присоединяйтесь в эту игру к нам. Играйте, не стесняйтесь. Если хотите вступить, то у нас там есть главный из этого гильдии. Только к нему надо обратиться. Если только если он будет в сети. Наш новый глава гильдии вообще ни о чем. Не трогай кабана, не трогай. Поздно. Так что он уже напился. Оп, кабан. Подожди, стой, подожди-ка. Блин, не перезарядил. Я хочу показать крипы. О, смотри, сколько вывело. О, кабан, зарядилось. Выкладываем на кабана руну хаос. О, я уже полный. О, нет, это как это полный. Я взять могу. Ну, полный я не знаю. В рюкзаке нет места. Это как понимать. Понятно. Где там это моя травяная чай? Ну, травяной, в смысле, чайчик. Чай. Понятно. Пошли. Да, пошли. Так, мне надо выполнить задание. Мне надо это собрать. 300 коробки подарков надо собрать. А у меня сейчас 114 из 300. Ничего себе. Спасибо. 150. Еще 150 надо, только. На тебя, кабанчик. Готов, спасибо. Так, пошли. И куда ты там собрался пойти? Я на парящую долину. Тогда я с тобой. На, всех перебили. Нам надо через танцующий лес пройти. Я с тобой согласен, надо туда попасть, да, с первую очередь. Будет непросто. Извиняюсь. Я смогу узнать, что он там. Ого, ну ты успел всех перебить после того, когда я вошел. Так, здесь есть подарочки. Подарочки. Так, куда? Военно туда. Военно.
единственное, знаешь, знаешь что? Тогда мне одно только звёздочку мне бесит, знаешь какая? Коби, Кобедь какой-то там назывался, там как типа Кобедь. Кто? Ну, ну в такой конце Д некий знак, который. Не вот эти, которые ты сейчас убиваешь, а другие которые. Я так и не понял. Пошли отсюда. Ну там увидишь, тогда впереди. Так, его сейчас здесь нет. Значит, его убили. Который специально такой зверюшка, который меня бесит, который постоянно реагирует сам, автоматически, который на тебя, тогда если ты никого не трогаешь. Вот. Это который такой шар, что ли? Ну, типа того, здесь, да, который ходит такой. Наоборот, хорошо, что он глот. Ну, он-то высокий уровень, блин, а я-то нет. Я пойду в одиночку, ты не справлюсь. Сам посуди. Во, вот он, куда я тебе говорил. А, нет, живуди. Я забыл, вот, я про них говорю. Который меня бесит. Пошли. Ага, пошли. А, вот, Эландр, да. Ты что-то немножко пропадаешь. Ну ладно, ничего страшного. Ну, во время записи они все тебя, естественно, услышат. О! Огонь по своим, огонь монстров. Вот это ты говорил, где легче будет прикачиваться, говорю. Нет, не здесь, в парящей долине, это дальше. А, дальше? Хорошо. Ясно сколько. Я еще не смогу собрать, так. Но это не важно. Я их все равно продам. Так, это у нас что? Проход от Рео Зверия. Зверия, давай. Окей, иду. Ну это можно перекачать. Хорошо, что мы вдвоем, так легче будет его мочить. Это ярко, такой медленный, но высокий уровень. Я тебя умоляю, я 21-й. Ага, 27-й. Я 21-й, это прикольно. Пошли. Ага, пошли. Уничтожаем всех этих тварей поганных. Да. Никакие пощады. Не оставляй никому живых. О, подарочек. А, уже не возьмешь, там сейчас твой гость спиздит. Ой, я извиняюсь. А, я могу забрать чужую. Если он не заберет, то я могу забрать. Девочные игрушки, я имею в виду. Забирай, что ты. Все, забрал. Подожди меня. Ты уже ушел? Я тебя с виду потерял. А, вот, на карте. Я пошел. Давай сюда, шлица. О, я тебя не... вижу. У меня даже не царит. Ха-ха-ха. У меня теперь 153 ёбочек. Так. На, на тебе, на, на. Чё, чё? Вот шар, вот шар. Ты моего друга не достанешь. О, красный цветок, у неё хорошо получаешь. Тогда его продаёшь. Да, кстати, уважаемые друзья, не забывайте собирать все то, что необходимо, даже если вам эти не нужны, продавайте. То, что из предыдущей серии, вы тогда увидели. Не слушайте его, это вам не будет. Наверное. Не, просто некоторые те, кто кому-то из ваших персонажей там или вам вообще просто не интересует, продайте кому-нибудь. А так просто оставляйте то, что вам нравится там вообще. Я не говорю прям все продать. Мы не туда пошли. О, железный сундук. Ой. В другую сторону? Да, не в другой сюда.
Портал. А, портал? Окей. А, узнаю портал. Классный портал. Иду. О, классно. Так, с ними лучше не связываться. С кем? С игроками? Ну да. О! О, 7 игрушек. Ах ты гаденыш, ну пожалуйста, отдай, отдай. Я же задание выполняю, не ты же. О, ну спасибо, ты дал мне еще больше. 163 доллара. Ой, фу, по драку из 300. Что-то я цепился уже про деньгах, блин. Аккуратно здесь, кабан дикий, он сильнее, ты его не пробьешь. А, да, я вижу. Ну хорошо, что мы вместе. О, сколько золота. Золота мне. Шутка. Еще живой. Бей кабана, убей кабана, что ты боишься. Против больших, ты что, издеваешься? А, нет, нет, нет! Ну давай теперь на этой грустной. Давай на этой грустной ноте закончим наш обзор. Да, кстати, если кому-то понравилось, пишите комментарии. Сегодня заканчивается вторая серия. Насчет следующей серии мы пока еще не знаем, когда будет. Все зависит от нас. Или просто попросите. И всем спасибо, всего доброго. С вами был Леонардо Тепляков и Сираф. Всем пока. Скажи до свидания, как в прошлый раз в первой серии. А, до свидания, идите. До свидания. Вот так надо было сказать. До свидания.